Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки мати. Банк. Шоп. Задом наперед написано. Где? Вон там. А, да. Да, это типа такой город. Разрушенный немного. Смотри, бери вот это, и чтобы было веселее. Это. Да. Так. Так. Сейчас я распишу по инструментам. Собственно, три. Стой. Стою. Такая карта для ПВП, да? Ты же здесь вагонетку забрал, только нечестно, я тоже хочу. Здесь много секретов. Можно я посмотрю вагонетку? Давай. Давай сначала все посмотрим. То я даже не знаю, с чем мне столкнуться. Есть вагонетка, на которой можно кататься. Давай сначала карту я тебе покажу. Так, домик. Тут кто-то застрелен. А, это банк. Все деньги... Ой. Деньги летать умеешь. Так, иди на второй этаж, я тебе покажу механику. Смотри, ты можешь здесь все вот так вот двигать. Ага, все двигается. Это тяжелый. Вот так вот можем двигать. Понятно. И все. Это с другой стороны. Так, ну давайте еще покажу немного. И мы так переместимся. А, давай с этой стороны. Лезть наверх. Можно залазить наверх? Да, вот здесь вот по канату. Ну, можно перебраться на другое здание. Да, здесь шезлонг. И летающий зонтик. Не летающий немножко. Но он часто летает просто. Так, внизу. А, тут сломано. Тут дырка. Тут тоже все двигается. Да, конечно. И даже можно на тот стул сесть. Ой. Это я не ожидал. Люстра упала. Нет, у Нубика голова упала. Бедный. Можно забаррикадировать, кстати, вход. Ага, и закрыть двери. Ну да. Очень функционально. Еще можно поджечь динамит. Да. Дальше. Ой, не надо, не надо, не надо. Я нечаянно перепутал с инструментом строительства. Я тебе еще не показал. Давай, иди сюда. Стой. Мне нужно кое-что взять еще. Ага. Давай. Чтобы динамит. А, ну это да. Ой. Сейчас давай я пофиксю. Все, нормально. Так, смотри, тут. Иди сюда. Сейчас. Иду. Смотри, тут можно. Тут есть палатка, можно лечь. Ага. А транспорт есть какой-нибудь помимо вагонетки? Не думаю. Здесь тоже полуразрушенный домик, тут тоже лечь можно. Так, ну и все, в принципе, да? Ну, как сказать, здесь. Магазин, он у Нубика голова. Тоже. Голова на пол. Здесь магазин, но это необычный. Иди сюда. Что тут было? Лаборатория. Тут тоже можно двигать. Находить секретные рычаги. Тут можно вот так сделать. Все, я в колбе. А как тут туда залез? Тут есть. Для худеньких. Ну, понятно. И проход никуда. Ну да, тут закрыто. Ну все, тогда давай начинать. Ну давай. Ты только заново нужно загрузить. Так, давай заново загружай и начинаем. А, ну давай. Так. Я сразу самое... Так, стой, обратный отчет сейчас будет. 3, 2, 1. 0. Минус один. Не могу найти. Вагонетка. Так ты вагонетку забрал? Еще нет. Уже да. Ты можешь, кстати, стрельни в любое здание. Я хочу посмотреть, что будет. Хана. Ща. Как видишь, что бассейн? Уходи, ты где? Ой. Че, убежал? Ты где? Что с бассейном? Почему вода не выливается? Маки. Не попал. Попал. Ого. Ой, можешь перекрасить нижнюю часть, это она странная. А это нельзя. А, не, можно. Правда, она теперь из-за льда. Почти попал. Я испугался. Все, я пойду в секретную комнату. Эй! Я ж тебя не успею догнать. Эй. Так. Ты удалил портал? Ну, собственно. Зачем? Bye-bye. Нет! Нет! Так нельзя было делать. Да против правил. Ладно, давай, бери пушки по новой. Ну, кстати, летающий зонтик вообще... На другую часть карты перейди. Из-за того, что здесь лед, теперь все предметы. Ну, короче, карта для ПВП. Очень прикольно. А как забаррикадировать дом? Я хочу попробовать. Стой! Стой там, ничего не взрывай. Стою. Сейчас я попробую закрыть дверь и забаррикадировать дом. Можно, кстати, люстру. Как? Сломать. Ой, ничего, дверь открыл. Да, здесь кнопка. Голова Нубика очень пригодится. Все, я забаррикадировал дом. Теперь попробуй в него зайти только. Так, ого. Я не могу. Теперь можешь. Ну все, давай следующую постройку смотреть. Давай.
Ай! Вот такой переход эпичный. Так, сейчас я возьму все инструменты. Так, сейчас посмотрю, что можно показать себе. Думаю, что можно показать вот эту с очень интересной механикой. Так, это что? Я, кажется, понимаю, что это такое. Ты можешь сейчас садись на стул. Атомная бомба. Так. О, я вообще не видел, чтобы ни разу так делали с динамитом. Ну ладно, давай. Да? Да, через порталы. Так. Ого. Так, ну, собственно, смотри теперь вниз. А, это как? Это динамиты по нажатию кнопки падают в портал, и из другого портала, который уже на корабле, они выпадают. Это очень крутая механика, особенно для бомбардировщиков. Есть так пару зарядов ну, делать. Ну и после бомбы этого... Же... Ай, бомбы же ничего не получается. Смотри, как мы раскрутились. Мы где? Мы улетели. Мы полкарты пролетели. Мы в небе висим. А, из-за этого взрыва у меня робокс крашнулся. Вылетел? Да. Что? Ты просто... Я тебя пинать могу. Сейчас я перезайду. Проблемы у меня небольшие. Все, я зашел. Так, что, ты попытаешься поуправлять, да? Да. Только меня в команду пускай. Да-да-да, запускаю. Так, ну, давай, загружай эту свою машину для убийств. Ну да. Фиксацию отключай. Что? Фиксацию отключай. Да. Пытайся залезть аккуратно. Все. Ой. Я думал, как взлететь. А! Это же не так должно быть. Я тебе покажу, короче, немного, как этим управлять. Я понял, я понял. Я просто думал, на F надо нажимать. На F это уже сбрасывание бомб. Я понял, все, все. Теперь дай мне последний раз. А атомные бомбы зачем? Атомные бомбы, они тоже можно взрывать, если нажать. Гоу, полетели. Сейчас. Так, нажимаю на эту кнопку, а лучше не надо. Не, лучше не надо, это они взрываются, бомбы. Давай попробуем загрузить, допустим, что-нибудь. Да, загрузишь. Большое желательно. Большое? А то попасть сложно. Хотя, стой, сейчас я могу... Стой, тебе нельзя загружать. Сейчас машинки будут бомбардироваться. Что за маки? Давай. А какие очки твои? Так. Обои. А чего, поломались? Нет. А куда нажимать надо, чтобы бомбы сбрасывать? Нет. Так. А? Опять робок скрашнулся. Так, я тут. Ну как получилось? Оно не взрывается. А ты выпустил? Ну, да. А, так тебе нужно ПВП врубить. Ой, нет, ну видишь, вот. Вот динамит стоит. А, потому что заблокировала. А, да? Ага. Ой. Ну что ты сделал? Давай заново. Я вроде ничего не нажимал. Заново загрузи. Сейчас. И я тоже заново загружу. А, я понял, соприкасание построек произошло. Ага. То есть динамиты и это. Ого, какие у тебя красивые машинки. Так, мне нужно все это убрать. Ну что, динамиту мне помешало. Стой. И, кстати, в этом, в самолете. Так, все, давай. А, ну, давай я сяду. Давай. Ой, там что-то в самолете, да. Твой самолет в моем самолете. Блин. Ну давай. Ну давай так. Нормально. Начинаем. Я взлетать не могу. А, что-то не так. Опять соприкосновение вот этой, наверное, красной, может. Не, у тебя вообще не двигается. Ты фиксацию не отключал. Так. Давай попробуем что-нибудь другое взорвать. Допустим. Давай. Давай так попробуем. Так, сейчас найдем, что сломать. Вот это сломаем. Давай. Пью-пью-пью-пью-пью. А где бомба? На F. Я нажимаю. Странно. Ну, это другая бомба. Стоп, полети обратно. Лечу? Магия. А, давай еще. Ой. Ну, спасибо. А ты упал? А я нет. Ой, это круто. Так, все, я иду к тебе. Давай, переделаем. Не, давай попробуем включить все-таки. Фиксацию отключи. Ой. Просто хочу посмотреть. Видишь? Тут портала нет внизу. Не, есть. А портала разных цветов нет, правильно? Нет. Это баг какой-то, скорее всего. Давай попробуем в другую команду зайти. Ну, давай попробуем. Так, ну давай заново загрузи. Хорошо. Какая-то постройка мешает. Вот это сервер как-то лагает. Я на бомбе. А, давай, садись на бомбу и начинаем. Ой, давай. Ты точно хочешь на бомбе летать? Да. Полетели тогда, ой. Сейчас, взлет. Нормально.
Сейчас будет супер-пупер бомба. Давай проверим. Так, давай, полетели вон туда. Допустим. Сейчас тут все взорвем. F. И не взрывается. Эх, ну давай меня скинь. Ты живой? Я взорвался. А как они взрываются? А, я понял. Да, на ту кнопку, которая сзади. А, полетели на базу, мы, в принципе, уже посмотрели, как это работает. Ага. Так, все, я сейчас вернусь к тебе. Загружай следующую постройку. Так, собственно, дальше. Сейчас я подумаю, вот это моя любимая. Мой любимый самолет. Так, я к тебе лечу. Давай я его запущу, чтобы, типа... Ай! Два самолета. Ай! Ну, где? Типа я припарковался. О. Ман, пусть так стоит. Ты где? Ну, никому же не мешает. О, это что, еще один самолет? Да, мой любимый. Так, где вход? Тут? Две кнопки. Отойди. Стой. А ты где? Я же вот тут перед тобой хожу. Где ты? Вот же я перед тобой. В смысле? Я тебя серьезно не вижу. Эй, сейчас перезайду. Мак, наверное. Я тебя серьезно не видел. Ну, я там самолет припарковал. Прилетел, на кнопки понажимал. Странно. Как к тебе подошел. Ресетнись, может? А, все. Нет, я перезахожу. Это очень странно. Теперь есть. Так, все, я тут. Ага. О. Давай, заходи ко мне в тьму. Странно. В красную. Давай, принимай. Я готов смотреть так, твой тебе... супер большой самолет. Так, теперь я тебя вижу. Все, лучше ты сейчас сядешь вот сюда, вот, на эту, возле, на кабине. Запрыгивай. Ладно, так, сейчас. Я готов к полету. Так, собственно. Ну, тут вот сейчас 14 пушек, 2 на кабине и по бокам вот по 6. Так, ну попробуй стрельнуть. Неплохо. Они вот так вот идут. Тут тоже есть система остановки. Да, это я понял. Вот так вот. И смотри, они могут вот так. Ну что было? Это... Внизу часть упала. Да, нижняя часть, задняя. Но это еще не все. Давай мы сейчас поднимемся высоко-высоко и сделаем вот так. Пиу! Катапультирование! Да, мы на парашюте катапультировались. Летели сюда. И можно так взять оружие и катапультироваться к кому-то на базу и напасть. Давай попробуем этот самолет в действии проверить. Так, ну давай. Сейчас я попробую поуправлять. Хорошо. Ты пытаешься переплыть реку? Нет, это не получится, я знаю. Ну, уже слишком поздно отменять это. Чуть-чуть не хватило. Эх. Я очень близко был. Пару прыжков не хватило. 3 штуки. Ну, давай. Давай, мне управление. И построй себе что-то там деревянное такое, коробку, что ли. Которой ты будешь жить, типа. Я тут, мне нормально. Нет, там, деревянную коробочку. Чтобы на тебе проверить оружейную мощь. Так, только ты это, смотри. Вот это верхний рычаг... Это с самого начала точно. Ты начинаешь, чтобы стартануть. Левый, вот так вот, левый там, который снизу. Подожди, перекрась мне рычаг, который отвечает за летание. За летание вот этот отвечает. Так, дальше. Перекрась синий, который за катапультирование. За катапультирование вот этот. Который отвечает за пушки. За пушки он на F. Типа, смотри, у меня такая штука для телефонов. Ты, когда... Нажимаешь, чтобы переключиться в медленный режим, оно автоматически пушки активирует. А, хорошо, давай. Так, ну давай, ага, вот. Вот, да, коробочка. Ну, типа, это твоя база военная. Похоже? Военная база, коробочка. Ну, похоже. Переключаюсь между режимами и пуф. Бабах. Прям в меня. Да, почему ничего не произошло? Так, получается, когда я переключаюсь между режимами, я могу стрелять из пушек. Да. Так. Дальше. Тут у меня есть сзади кнопки. Сейчас я переключусь с режимами. Левая, это чтобы скинуть бомбу. Бабах. И она сама взрывается через вроде 1.5 секунды или 2. Дальше. И катапультировка вот эта, которую я в синий, да. Ура, в атаку! Ну да, и вот так можно в атаку. Хорошо, давай дальше. А вот это что тут на купить? Дальше постройку следующую, да? Да, я в этом виду. Ой, к нам звездолет летит, смотри. Не долетел. Ну, есть вот это, но это
Мой друг показывал вот эту. Прям точно показывал? Такой же? Ну да, я ему построил. Так, собственно, что я могу показать еще? Собственно, наверное... А, наверное, вот это все. Ну, у тебя довольно много было построек, если честно. У меня их, собственно, 13. Но они были очень интересные. Их было очень... Но мне показалось, что их было очень много. Ну да. Я вообще играю в билдобот где-то 4-5 лет. Спасибо тебе большое за то, что показал свои постройки. Мы на этом будем заканчивать. Спасибо за то, что посмотрел на них. Ну, на этом мы будем заканчивать уже. Ну, хорошо. Все. Всем удачи, всем пока. Ладно, пока. Так.